Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 32, мужу 40 лет, прожили 9 лет. Два из которых в браке, у меня есть сын, ему 12 лет. Совместных детей нет, он не особо хотел. После свадьбы через год он сказал, пора. Я говорю, хорошо. 5 месяцев и не получилось, потом я его перестал узнавать, и не только я. Видел, что ему плохо, были слезы сначала с его стороны, потом с моей, разъезжали. В середине ноября он уехал и больше не возвращался. Были встречи и секс в январе, в феврале общались, но он не приезжал. В марте сказал, что совсем запутался. С апреля месяца возобновили общение. Обсуждали темы отношений, что не так, винит только меня, своих ошибок не видит. Сказал, что все было ужасно, а ошибка в том, что он ни разу не говорил, что ему не так. Он выбирал свое спокойствие. Так, с апреля месяца мы общались очень хорошо, виделись и обсуждались, и встречались, и секс был фантастический, он сам проявлялся. Сегодня он приехал, сказал, что ему надоели телефонные разговоры, он хочет поговорить лично. Кошечка родная, все дела, целую, обнимаю, приехал и опять был секс. Потом мы покушали, и он сказал, что принял решение развестись. Меня убил не то, что он принял решение спустя год моего терпения, моих стараний, а то, что он, зная, что едет по разводам, заехал в точку любви и купил первый раз в жизни игрушку. Получил свое и после этого просто уничтожил меня, говоря при этом, как, что у него ко мне самые нежные чувства. Знаю, что сама дура, но по его общению 2 месяца было все похоже на сближение. Это вообще как называется, шизофрения, кризис среднего возраста или это нормально по мужской психологии? Потом сказал он, что растить чужого ребенка, которого он воспитывал с 3 лет, это вдруг стало противоестественно природа. Я понимаю, что и родные дети многим не нужны. Что говорить о своих? Наверное, о чужих, вы хотели сказать. Но все же 9 лет растил и даже не считает нужным с ним поговорить, чтобы у ребенка не было травмы. Когда спросила причину такого решения, он сказал, что я не могу ему дать того, что я хочу. Меня хватит на месяц 3-6, а дальше вернется на круги своя. Я сказала, что в состоянии ответить за себя сама, задая вопросы, мне даже интересно стало, что же я ему не дала. Он сказал, что вопросов нет, второй шанс, это пустая трата времени, потому что он убежден в том, что я не смогу. А, собственно, Марина, в чем здесь заключается ваш вопрос. Вы какую задачу-то перед психологом ставите? Ведь вы описали историю и спрашиваете, что это. Значит, кризис среднего возраста, шизофрения или это нормальная помощь какой психологии? Ни один психолог вам не скажет ответ на этот вопрос. Я думаю, что вам сейчас больно. Я думаю, что вы чувствуете себя униженным. Я думаю, что вам можно помочь это пережить. Вот. А дальше уже решить, что делать, потому что вам кажется, что если вы объясните модель поведения мужчины, то будет лучше. Не будет, потому что модель поведения мужчины никак не влияет на вашу модель поведения, на ваше взаимодействие с ним, я имею в виду. А что я могу сказать, так вот, по вашему тексту, я могу сказать, что у вас как будто бы нет доверия между вами. То есть как будто бы вот нет таких доверительных отношений, нет таких свободных отношений. То есть не чувствуется, что вы в отношениях свободны друг с другом. Вот. Есть ощущение, что вы очень сильно воспринимаете друг друга как мужчину и женщину, но как мужа и жену,
как отсоймать, но нет между вами как будто бы личностного взаимодействия. Нет. Вот, собственно говоря, что между вами общего? Вот вы говорите, что вам 32, мужу 40 лет. Вот, у вас есть сын, ему 12 лет, да, то есть как бы, что между вами общего, между вами мужчиной? У вас уже просто не складываются вторые отношения. То есть были первые отношения, где у вас родился ребенок, а во вторых отношениях опять всплывает тема ребенка, и снова как бы отношения получается заканчиваются. Вот это похоже на определенный паттерн поведения в отношениях, которые как бы, представляют из себя запрет на создание крепких отношений, доверительных отношений. Вот. Может быть, дело в том, что вы центрируетесь на своей модели поведения супружеской, на женской модели поведения, на родительской. Вот. И вследствие этого появляются некоторые ожидания, вследствие этого появляются некоторые требования к человеку, вследствие этого появляется некоторая искусственность, некоторая зажатость, некоторая ограниченность, может быть, я не знаю, так этого не сказать. Вот, но вот по описанию тут так. Это первое. Ну, второе, то, что, ну вот, очень сильно его переживания по поводу того, что не получилось, ну, не получилось завести ребенка своего. Ну, мужчины, они на самом деле часто винят в этом женщину, это правда. Но при наличии как раз-таки доверия в отношениях, это можно сгладить подобно. Следующий момент. Вы, получается, 2 года его ждали. Вот. Точнее, год. Год. Вы его ждали, и год, по сути, ну, готовы были его принять. Вы называете себя дурой. Вот тоже момент такой, что здесь вы не заметили своего состояния. В этот момент, в момент, когда человек ушел, да, и вы, по сути, стали жить, ну, отдельно жить стали. Вот, мне кажется, что одно дело, если вы делали это для человека, потому что, ну, вы хотели делать его счастливым, да, мужчину. Вот, хотели для него как-то что-то делать. Это одно. И другое дело, если вы делали это для себя. Надеюсь, как бы, что мужчина, он вернется и опять все будет хорошо. То есть вот эта надежда, она как бы снова и снова мотивировала вас обесценивать себя, мотивировала вас ограничивать себя, мотивировала вас, ну, по сути, позволять мужчине, да, нарушать личные границы, пользоваться вами. Эту надежду, эту потребность вы сейчас как бы поворачиваете против мужчины, говоря, что вот ты вот это вот все сделал. Ну, как бы здесь и ваша ответственность тоже есть. То, что вы себя назвали дурой, это как раз-таки самобичевание. Это не
Это не принятие ответственности, это самобичевание, это разные вещи. Поэтому мне кажется, что вам бы вот после того, как вы проживете боль, обиду, да, мне кажется, что вам бы разобраться вообще в себе, чего вы хотите, да. Что между вами и человеком общего, да, и что вы хотите конкретно от психологов, какую задачу вы ставите. Ну вот, вам мой коллега сказал, что ваш вопрос это выплеск эмоций. Нужно здесь обратить внимание на то, что да, это выплеск эмоций, это правда, это выплеск эмоций, но выплеск эмоций это просто выплеск эмоций. Вплетать его в реальность вашего поведения, в реальность вашей стратегии поведения, ну, наверное, являлась бы ошибкой. Вот. Потому что вы хотите объяснить, хотите как бы вот ну, здесь, по сути, завиноватить только мужчину в том, что он делал. И вас в этом смысле можно понять, потому что до этого момента вы все, что вы делали, вы, получается, позволяли мужчине обвинять вас, ничего с этим не делая. И вот такая компенсация, как бы она произошла. Вот. Дабы этой компенсации не происходило, необходимо вот корректировать вашу модель поведения, чтобы такого больше не происходило, чтобы не было такого. То если человек ушел, да, если человек уехал вот от вас, чтобы вы вот, ну, как-то приняли решение, что либо я живу с ним гостевым браком, как это было вот с вашим мужем, по факту, либо нет. Вот, мужчина, тот, кто... здесь ваша ошибка еще заключается в том, что вы предполагаете мужскую психологию. Мужская и женская психология, по крайней мере, с точки зрения моего подхода, не является определяющий. Дело в том, что это определение, большее определение человеческой психологии. То есть люди поступают так, как они считают нужным. Люди поступают так, как они могут. То есть каждый человек поступает, соответственно, со своей совестью, которая у него есть. Но совесть у всех разная в данном случае. Вот. И мужчина просто поступил так, как поступил. Он не оправдал ваши ожидания, от этого вам больно. Но ответственность за свои ожидания несете вы. Вы же вместо этого требуете от мужчины какой-то ответственности, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что вот эта вот беспомощность, это некоторая жертвенность, мол, вот, я тебя год ждала, а ты вот так со мной. И причиняет вам основную боль. Потому что вы выбрали ждать, потому что вы выбрали надеяться, вы выбрали, по сути, пассивную позицию. Ну, вот. Даже в том, что касается ребенка получается, что вы, ну, получается, что вы, по крайней мере, из описания, получается, что вы проявили себя пассивно. Хотя в этом ничего плохого нет. Вот. Вы пишете, что перестали его узнавать, и не только я. Это говорит о непринятии изменений. Дело в том, что люди меняются, и изменения эти не всегда приятны, изменения эти не всегда позитивны, но если человек внимателен к себе, да, если человек к себе чуток, вот, если у него развита эта чуткость, то он может сказать, могу я находиться вот с такими изменениями или нет. А вы здесь, мне кажется, пытались именно человека изменить и пытаетесь до сих пор. То есть это не он так решил. Это шизофрения, да? Это кризис среднего возраста и так далее.
То есть вы здесь по-прежнему не принимаете мужчину, даже говорите нормально по мужской психологии, предполагая, что у вас-то психология другая, и вы-то так не поступите. Да, может быть, вы так и не поступите. Может быть. Дай бог, чтобы вы не оказались в такой же ситуации, как мужчина. Но речь о другом. Речь не о том, что это мужская психология, а речь о том, что это просто человек. Так поступаю. Это касается и ребенка, как бы там ни было, как бы это не выглядело, как бы для вас это не выглядело, вот, ну, не знаю, неправильным, аморальным и прочее, да, но человек живет в такой реальности, психологически своей. Она его устраивает, он меняться не хочет, не будет. Вот. И чем быстрее вы выработаете свое отношение к этому и начнете его продвигать, не пытаясь человека изменить, тем лучше вам будет. А сейчас вы демонстрируете просто в какой-то степени зависимое поведение от мужа. То есть, ну вот, понимаете, вы взрослый человек, да, взрослый человек. Ждали другого год. Ждали год. Позволяя ему к вам приезжать, сексом заниматься и прочее. Но за год, за год могло у человека сформироваться впечатление, что вас можно использовать? Могло. Особенно если этот момент вы не проговаривали. То, что вот ты приезжаешь, да, вот как это вообще? То есть не кажется ли тебе это использовано? Мне кажется, мне это неприятно, а тебе как? Понимаете, да? То есть, как бы, обсуждения вот этих моментов, размещения их у вас нет. Поэтому я и говорю про доверие. Если вы не будете строить доверительные отношения, то проблемы будут. Вот. Ну и в купе вот то, что вы подавляете, значит, свои личные границы, потом они у вас как пружина разжимают в такой вот разрушительной форме. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.